Романа Долгова, сотрудника «Гринпис», ведут на скамью подсудимых как опасного преступника. Почти половина из 30 активистов, которые участвовали в акции в Печорском море, заключены под стражу. Большинство на 2 месяца. Гринписовцев обвиняют в пиратстве. Могу отметить, что дипломатические работники остались удовлетворены условиями содержания подозреваемых и смогли лично убедиться в неукоснительном соблюдении их прав. 19 сентября спецназ российской погранслужбы взял штурмом судно «Гринпис» за попытку проведения экологами акции протеста против добычи нефти на платформе «Приразломная» в Печорском море. К сожалению, в России есть очень большой негативный опыт. Если принято какое-то решение, то это решение будет реализовано на всех этапах. Если активистов признают виновными, то им грозит до 15 лет лишения свободы. Когда именно начнется процесс против гринписовцев, пока неизвестно.